Только начал обкатывать мотор и радоваться жизни. Какой-то нехороший человек у меня ночью снял колеса. Ставив подарок из кирпичей, намекает, видимо, чтобы я сложил себе банную печь на даче или что. Что за народ? Приезжала собака с милиции, сняла отпечатки пальцев, которых нету. Люди работают в перчатках. Что, по-видимому, глушняк. Во дворе ни камер, нифига нет. Кто, конечно, ничего не видел. Короче говоря, жизнь — это боль. Будем думать, что делать дальше. Пока поставлю запасной комплект штамповок. Кирпичи-то поставили. Еле держится он. Что ли, домкрат по-быстрому подставить самому? Заметил прикольный эффект на этих 14 колесах. Динамика машины лучше. Она и разгоняется быстрее. Да и рулится легче. И даже руль легче крутится. Неужели 15-й этапки? Со 95-й, кажется, резиной было ему тяжело крутить. Но забавно. Захерачил пока колпаки для колес за 800 рублей. Как говорится, бомжу бомжова. Или нежели богато, нехрен было и начинать. Так, ничего, вроде смотрится. Более-менее. Единственное, что они слетают, падлы. Когда по ямам скачешь. Пришлось на хомуты их захерачить. Ну, тюнинг.